на канале Катериндекс. У меня Катя, и сегодня мы поиграем в игру Лунгер Тусон 2. Но, ребят, мы будем не просто играть, а мы сегодня с вами организуем небольшой розыгрыш. Точнее, я его организую. Вы знаете, что Новый год я вас никак не поздравила, хотя поздравляю вас, ребят, с Новым годом. Пусть у вас все в жизни будет хорошо. Сердечки, целую всех. И удачи вам в новом году. Ребят, в общем, что будет в виде подарка? Я подготовила вам подарочки. Будет 5 человек, которые выиграют в конкурсе в игре Лунгер Тусон 2. Ссылочку на игру оставлю в описании, если хотите поиграть. Значит, ребят, смотрите. Сегодня, в общем, вообще не сегодня, а будут 3 победителя. Первый победитель, второй, третий, ну и там четвертый и пятый. Значит, смотрите. Первый, кто займет первое место, получит очень крутые подарочки. Обычные 2 лавовых гифта. Alpha X и I cheated for this box. Очень интересные коробочки, пооткрывать вообще классно. За второе место вы получите 2 коробочки Alpha X и лавовый подарок. Если вам они не нужны, вы также можете... соответственно, их продать и продать за много денег, так как они очень тяжело делаются. Следующая коробочка — это лавовый подарок и I cheated this box. Четвертое место — это обычный лавовый подарок, а пятое — Alpha X. Не спрашивайте, почему четвертый лавовый подарок, а пятый — Alpha X. На самом деле, четвертое и пятое место, они по сложности одинаковые. Что сделать это, что это, достаточно легко. Но также пятое место более низкое, поэтому я поставила сюда топор. Не знаю почему, но игра же начинается все-таки с топора. Ребят, что может выпасть из таких коробок? Например, мне выпал вот такой вот золотой унитаз. Когда вы выиграете в конкурсе, кто-то из вас, я освобожу это помещение, поставлю тут где-нибудь золотой унитаз. Также мне выпадал вот такой вот топор трехголовый. Смотрите, как он прикольно достаточно выглядит, и он очень круто рубает. Также возможно выпасть вот такой вот крутой топор, красный. Если я говорю правильно, я никогда не пользовалась таким топором, то есть такие деревья, когда рубаешь таким топором, они горят. И вот также вот такой вот еще топор End Times X. Очень крутой, ребят, топор. Они все выпадают из абсолютно всех этих коробочек, поэтому выигрывайте. Ребят, условия конкурса очень-очень простые. Подписаться на мой канал. Обязательно подписаться на мой канал, чтобы я знала, что вы подписаны. А я узнаю. Поставить лайк этому видосику. Написать комментарий «Я участвую» и свой ник в Роблоксе. На самом-то деле, ребят, это все, что нужно сделать, и это очень-очень легко. Я честно вам говорю, что эти подарки получили достаточно легко. Если бы разыгрывали все настолько легко, я бы тоже поучаствовала. Поэтому, ребят, даже если вы думаете, если вы не выиграете, поучаствуйте в конкурсе, потому что, возможно, как раз-таки вы что-то выиграете, потому что 5, аж 5 человек, которые могут что-то получить. Результаты конкурса будут во вторник. То есть это 15 января 2019 года будут, я вам расскажу, кто выиграл, и тогда уже, собственно, напишите мне в комментариях, если вы там выиграли, я вам сама напишу, зайдете в игру, добавимся в whitelist, и, собственно, я вам все это дам. Даже если вы это не умеете или не играете в эту игру, я вас уверяю, что эти подарки вам помогут, и если вы не умеете трейдиться подарками или передавать их, то я вам тоже этим делом всем обучу. Ну, на этом все, ребят. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, все, чтобы выиграть, я вам сказала. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, ребят.